Первый кубок для клуба, третий для главного тренера. Английский Манчестер Сити победно завершил золотой сезон, впервые в своей истории выиграв Лигу чемпионов. В финале подопечные Пепа Гвардиолы одолели итальянский Интер со счетом 1-0. В непростом и равном матче манкунианцы еще в первом тайме лишились одного из своих лидеров Кевина Де Брюйне, а единственный гол забили лишь на 68-й минуте, отличился Родри. Интер вдвое больше пробил по воротам и создал больше явных моментов, а после пропущенного гола несколько раз был близок к тому, чтобы сравнять счет, но свои шансы упустил, к радости английских болельщиков. It was a tough game. They made it hard, but I think, you know, if you look at the chances created, I think we were sort of there and we were on it. Just they were a tough side, and we had to break them down slowly, and in the end it paid off. Fantastic. I've waited 60 years to see that. I'm putting it in 60 years. Yeah, brilliant. Fantastic. Best night ever. Манчестер Сити стал восьмой европейской командой, сумевшей сделать победный хет-трик. В этом сезоне манкунианцы выиграли также Премьер-лигу и Кубок Англии.